Парк Кёкенхоф в Нидерландах называют райским местечком. Состоит из 500 ухоженных садов. Это прекрасное зрелище. Здесь выращиваются не только тюльпаны, гиацинты, нарциссы. Прекрасные амариллисы, гортензии, бромелии, фрезии. Очень много луковичных и в горшках, и в грунте. Вот сейчас на вашем экране красавцы, замечательные амариллисы, а это тюльпаны разных сортов. Настоящая радуга цветов.